Ну вот, я, к сожалению, узнал о том, что в моей любимой 63-й школе не преподают французский язык. А я учился, и Виктория Ивановна не просто преподавала, она привила мне любовь к этому языку. Я тогда еще даже не знал, как он мне пригодится, когда мы стали выступать с концертами в Европе и во франкоязычных странах, в Бельгии, во Франции. И я тогда вот начал его еще раз учить, второй раз. И более того, я стал последние годы делать переводы с французского на русский язык любимых французских песен. И нам бы хотелось, что так все забываем, хотелось бы спеть вам песню, которую вы наверняка слышали. Эта песня была написана в 1946 году на стихи Жака Превера и вошла в фильм «Врата ночи». И поет ее в этом фильме молодой артист Ив Монтан. Это «Le Feu Mort», «Опавшие листья», ее все знают. И мне еще хотелось спеть у нас дома в Беларуси, в России, и я перевел ее на русский язык. Сейчас мы ее споем, и даже фрагмент споем в конце по-французски, и надеюсь, что Виктория Ивановна меня не поругает. Той песенки твоей.